Рэтчет Рейнджером. Я приземлился на кварту, но у меня закончилось топливо. Мы с Браксом направляемся к комплексу. Будем поддерживать связь по рации. Удачи, бойцы! Дрэк Индустрис прямо впереди. Идем! В прошлый раз я бежал отсюда по вентиляционной системе. Может, сейчас мы сможем проникнуть по ней внутрь? Отличная мысль. Смотри, вон там. Осторожнее, Кланк. Рейнджеры, прием. Я проник в систему вентиляции Дрэк Индустрис. Молодец, кадет. Вот бы я тоже был там с тобой. Будь они неладны, эти гигантские мускулы. К северу от вас должен быть технический терминал.
Просто отключите его, и рейнджеры смогут попасть в здание. Должно же быть какое-то решение. Внимание всем роботам! Обнаружена ошибка в системных настройках. Аккумуляторы должны накапливать не наряды, а заряды. Обратитесь к ближайшему инженеру для перепрошивки системы. Всем инженерам по распоряжению председателя Дрека пройти обязательный курс правописания. Тебя тут быть не должно. Убирайся, пока председатель Дрек тебя не увидел. Внимание всем роботам! Председатель Дрек благодарит вас за усердный труд. Сегодня с часу 10 до часу 15 в столовой будут бесплатно подавать мороженое в брикетах. Также напоминаем, с часу до часу 30 будет проходить общее собрание. Посещение обязательное. Не явившиеся на собрание роботы будут уничтожены. Успех. Поворачивай, предатель, хуже будет. Спецпосылка председателя Дрека. Впечатляет. Но почему не сработало? Выглядит опасно.
отзыв неавторизованного робота. Ну, микросхема, не подведи. Как у тебя там дела, приятель? Я почти на месте, но возникло препятствие. Ассистент Дрека Z мешает мне добраться до охранного терминала. Понял, Эларис. Ковровая бомбардировка завода пироцидными минами. Думаю, лучше доверить решение этой проблемы Кланку. Это было бы предпочтительней. Внимание всем роботам! Взвод 774 завершил обучение и готов к участию в боевых операциях. Поздравляем! Можете начинать портить людям жизнь. Прошу прощения, робот. Надо попробовать поставить робота на этот конвейер. Thank you.
это уже слишком. Меня хватит. Как тебе это удалось? Чтобы активировать этот энергоприемник у лавы, нужно создать ровную поверхность. Робот. Почему ты такой умный? Просто хотел стать тупым. Откуда у тебя этот открыт? Come on.
скажу Виктору, что я тебя поймал и стану главным приспешником. И пусть он сам с ящиками возится. Тут мне поможет магнит. Надеюсь, Виктор этого не увидит, иначе он мне плешь проест. Председателю Дреку. Приветствую. Это голосовая почта председателя Алонсо Дрека. Сейчас меня нет на месте. Вероятно, я веду заседание или закладываю основы процветания завтра. Оставьте сообщение после гудка.
Если это хорошая новость, потому что тот, кто сообщит мне плохую новость, отправится в яму славой. Здрасте, мистер Радость, председатель Трек. Это я. Я знаю, что это просто, в общем, без повода. В общем, я не спрятался за ящиками, дрожу от страха. Я просто хотел заверить вас, что беспокоиться не о чем. Безопасности. Чтобы кран заработал, нужно несколько энергоботов. Вы еще здесь.